Самый жаркий конкурс «Студенческая весна» подошел к концу. Все факультеты ДГУ проявили свои таланты. И по традиции зрителям предоставили возможность насладиться лучшими номерами «Студенческой весны» этого года. Более подробно об этом расскажет наш корреспондент Диана Мирахмидова. Гала-концерт «Студенческая весна» среди дагестанских вузов и ЧГУ прошел на главной студенческой сцене республики. В этом году «Студенческая весна» приурочена к празднованию 85-летия ДГУ. Вы знаете, концерты «Студенческая весна», они имеют многолетнюю историю. Если я не ошибусь, еще с 60-х годов прошлого века все вузы организовывали у себя студенческие весны. Это были главными культурными событиями вообще нашей столицы. В этом году наш гала-концерт отличается тем, что мы пригласили принять участие лучшие номера, лучшие коллективы наших вузов. Все вузы с большим интересом отнеслись к нашему предложению, представили свои лучшие номера. И мне очень приятно, что вот сейчас мы только встретили делегацию Чеченского государственного университета. Их приехало 20 человек с великолепными номерами. И я думаю, что сегодняшний концерт доставит всем неимоверное эстетическое удовольствие. Начался фестиваль выходом на сцену конкурсантов торжественным маршем. Студенты во время шествия держали в руках свои университетские флаги и были одеты в национальные костюмы и в сценические наряды. Поприветствовал участников на открытии фестиваля ректор ДГУ Муртузали Рабаданов. Он поблагодарил участников, особенно гостей, которые всегда активно поддерживают ДГУ. Я очень благодарен всем вузам, которые приняли участие. Я благодарен Чеченскому госуниверситету, который приехал и принимает самое активное участие. Мы решили в этом году гала-концерт посвятить 85-летнему юбилею нашего университета. Для нас это очень важно. Я думаю, что тот республиканский гала-концерт, который сегодня будет на главной студенческой сцене нашей республики, он покажет, вот, на что способны наши студенты и наши вузы. Студенты вузов перенесли зрителей в этнический мир Кавказа, где у каждого народа свои традиции, свой язык, своя культура, и показали, как культуры разных этносов могут сплестись в единое целое. Студенческая весна играет большую роль в развитии творческого потенциала у молодежи Дагестанского государственного университета. Также на студенческую весну приезжают студенты других вузов, наши гости из Чечни, также Дагестанский государственный педагогический университет, Нархоз и другие ведущие вузы нашей республики. Молодые таланты исполнили лезгинку «Мой Дагестан», русскую народную песню «Казаки», аварскую народную песню «Горянка» и многое другое. Завершился концерт вручением наград участникам, ректором ДГУ. Диана Мирахмедова, Гилач Курбаналиев, Новости 24, Махачкала.